Всем привет! Это полезная программа. И это значит, что в ближайшее время вы точно проведете с пользой. Работа – это хорошо, но не нужно забывать об отдыхе. Куда лучше отправиться после трудовой недели, расскажем в нашем следующем сюжете. После затяжных январских праздников так тяжело возвращаться в нормальный рабочий ритм. Постоянная усталость, головные боли, раздраженность. Хотя, конечно, можно прогуляться. На улице холодно, да и воздух какой-то грязный. Дышать нечем. Так что же делать? Безусловно, лучше выезжать за город, проводить время на природе, вести активный образ жизни именно на природе. Ходьба позволяет нам профилактировать очень много проблем сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, проблем заболевания суставов и так далее. Но если врачи советуют выезжать из города, тогда так и сделаем. Отправляемся на базу отдыха. Попадая сюда, оказываешься будто в зимней сказке. Красота вокруг, на деревьях, пушистые белые шапки, хруст снега под ногами, никакой городской суеты и только свежий воздух. Здесь, неторопливо прогуливаясь по тропинкам, напряжение, накопленное в будние дни, моментально исчезает. Вообще, вы приехали сегодня покататься на плюшках, пожарить мясо. В квартире можно просто отоспаться, а вот именно как-то отдохнуть активно, подышать свежим воздухом, какими-то видами спорта позаниматься, покататься с горки. Это все можно реализовать только вот как раз-таки выезды за городом. Если же вы предпочитаете активный отдых, то зимой на природе развлечений много. Для начала надеваем коньки и весело скользим по льду. Не умеете делать пируэты? Не беда. Падать тоже весело. Далее встаем на лыжи и бежим по сосновому бору. Не устали? Тогда взбираемся на гору и летим с ветерком на плюшке. Даже самый серьезный человек здесь расплывается в улыбке. А для любителей чего-нибудь посерьезнее – зимний пейнтбол. Если устали или замерзли, тогда пора погреться. Лучше всего это сделать в русской баньке. А если там еще и бассейн есть, так это вообще превосходно. А после баньки нужно вкусно покушать. Хорошая кухня всегда радует наших гостей. Можно поужинать в ресторане, а также отдохнуть в баре. Кроме того, настроение поднимает многое другое. Например, можно сыграть на бильярде, а также в шашечно-шахматном клубе. А если вы хотите понежиться в постели, то к вашим услугам уютные комфортабельные номера. А пока взрослые отдыхают от повседневных забот, дети могут провести время на детской игровой площадке. Загородный клуб «Бузим» – отдыхайте с удовольствием. Комфортабельные номера, уютные беседки с мангалами, сибирская баня, проведение дней рождений, свадеб, юбилеев, деловых мероприятий. Сайт buzim-club.ru, телефон 266-16-20. Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. А еще больше полезной информации можно найти на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!